конечно, вот эти гортензии просто поразительно цветут кругом. Сегодня у нас 29 июля 2001 года. И понимаете ли, хожу и восхищаюсь опять всеми этими домами и их вот такими вот необычными украшениями. Кто во что горазд, кто только чего не придумает. Для того, чтобы украсить свои дома, ой, какие красивые иногда у людей палисаднички. Вы знаете, опять я отвлекусь немножко. Я тут как-то проезжала после сильного дождя, проезжала на своем двухэтажном автобусе после кафе. Вот еду назад, и, вы знаете, сверху смотрю на все эти садики, смотрю на всю эту зелень, омытую дождем, и прямо у меня аж сердце защемило. Такая красота! Ой, ну вы знаете, друзья, просто иногда от восторга аж сердце щемит. У меня какое-то даже такое умиление, что плакать хочется, насколько здесь красиво бывает, попадаются просто какие-то сказочные дома. Порадовала меня одна из моих зрительниц, одна из моих подписчиц, когда рассказала, как в Канаде она привезла свою маму из России к себе и купила очень красивые такие подвесные кашпо, вывесила у двери, а на ночь мама занесла эти кашпо домой, так как, конечно же, побоялась, что их ночью украдут. И потом, спустя какое-то время, они долго над этим смеялись. На самом деле классная история, да? Потому что не всегда понятно, что здесь все остается и ничего никогда не бывает украдено. Кстати, вот смотрите, идем мы с вами вдоль забора. Здесь висят вот эти красивые флаги. Ну, здесь написано «Англия», понятно. А вот тот флаг, видите, на белом фоне красный крест. И у меня спрашивают уже неоднократно мои зрители, а что это за флаг, чей это флаг? Друзья, это, конечно же, флаг Англии. И я хочу в связи с этим вам сейчас показать видео свое. Вот в верхнем правом углу, пожалуйста, посмотрите. Это как раз я объясняла флаг Великобритании, флаг Англии, Северной Ирландии и Шотландии, как они отличаются друг от друга и откуда взялся флаг Великобритании. Посмотрите, пожалуйста, очень интересно, мне кажется, будет познавательно. Я давно хотела, кстати, вам показать, друзья. По-моему, я уже вам рассказывала, что вот такая вот у нас дорожка здесь вдоль океана. Так вот, случается вдруг такая история, что идешь, бабах, и закрыто. Видите? И закрыто при том, что странно, потому что дальше продолжается точно так же эта тропа. И вот вы знаете, ну я же досужая, мне же надо посмотреть, узнать. И я вижу, что все люди равны, но есть, конечно же, равнее. И вот здесь вот, видите, этот у кого-то огромный дом, обнесенный кустарником, вот виден только чуть-чуть здесь, видите. Вот, наверное, они заплатили какую-то определенную сумму денег, чтобы им закрыли этот вход и не мешали здесь своими прогулками люди. Вот и закрыто. Закрыто так, знаете, наглухо и давно. Вот, сейчас я вам покажу, как выглядит этот дом с другой стороны. Я, конечно же, не поленюсь обойти вокруг. Вот он уже виднеется здесь своей крышей, красивой очень. Большой дом.
это как раз вот этот дом, который не захотели хозяева этого дома, чтобы там ходили мимо. Бывает и такое. Все люди равны, но есть люди равнее. Вот они здесь, как чудесно расположились, видите? А заднюю сторону своего дома они обезопасили. И наплевать им по большому счету, что людям приходится обходить вокруг и вновь выходить на эту прогулочную тропу. Чтобы выйти вновь, мне придется обойти здесь по Main Road, по центральной дороге. Вот что я сейчас и делаю. Можно обойти, конечно, но как-то вот, знаете, а может быть я, знаете, такая наивная, думаю, что все люди равны. Да какой там равны? У кого деньги, тот и прав, да? Так получается? Деньги, власть дают все, а мы просто пыль под ногами. Классные шишки здесь у нас валяются, посмотрите. Очень красивые. Красиво открылись. И вообще, вы знаете, вот эта улица довольно интересная. Здесь у нее за забором вот такой шикарный вид. А еще, вы знаете, мне интересно то, что вот где бы я ни гуляла, куда бы я ни забрела или просто по центру гуляла, я обязательно найду вот такой огромный, заброшенный, либо уже надолго строй здесь стоящий, на ремонте, судя по тому, какая у него растительность вокруг. Тут 100 лет уже никто не живет, видите? И этот дом... огромный трехэтажный, вы видите. И вот чем больше я гуляю, тем больше я нахожу вот такой вот заброшенной недвижимости. Мне интересно даже, почему так происходит. Тут же рядом нормальные дома. Вполне симпатичные жилые дома, вы видите, да? И буквально вот он. Стоит этот дом, который я вам показала, весь заброшенный, весь страшный, заросший. И такое впечатление, что никому особо нет до этого дела. И я часто обращала ваше внимание на эту странную подробность. Учитывая то, что в Англии такая дорогая недвижимость, и значит, пользуется спросом, такие дома, то почему их не ремонтируют сразу же? Может быть, даже подключили бы муниципальные какие-то службы, я не знаю. Ну вот, непонятно мне. Я продолжаю удивляться. Бывает даже, что и отели стоят тоже. Долго-долго. Одинокие, заброшенные, покинутые, огромные отели, которые постепенно разрушаются. И как-то никому до этого особого дела нет. А есть вот такие красивые дома. Но тоже часто бывает так, что вот этот дом снаружи смотрится даже лучше, чем он будет внутри. Вот еще показываю вам заброшенное здание просто в центре города Сандаун. Посмотрите, мне даже это здание, знаете, напомнило, когда я вам показывала в Сергеевке заброшенную автостанцию.
приехала. Почти даже, по-моему, немного даже архитектура напоминает. То есть вот, пожалуйста, видите, занимает довольно-таки большой кусок земли в самом центре города. И никого не волнует, почему не продается. Рядом такие красивые дома, престижные. Это же, в общем-то, как-то даже странно, не находите? Если задаться специально целью найти такие заброшенные дома, пустующие, можно найти очень много. Ну, а вот этот дом уже современной постройки. Ему, наверное, лет 30, может, чуть больше. Здесь уже будет внутри намного комфортнее, современнее. Но я вот чем больше живу в этой стране, тем больше замечаю, что люди, англичане, как-то очень неприхотливые в большинстве. Живут в каких-то жутких условиях, в каких-то жутких цокольных этажах порой. И без проблем. Живут без отопления. Мало кто может позволить себе, допустим, вот такие вот богатые, огромные дома. Потому что миллион фунтов стерлингов они стоят, а то и выше. Очень по-разному живут люди в Англии. Впрочем, конечно же, так же, как и везде, люди живут по-разному. Но вот мне казалось, что Англия такая богатая страна, и что она могла бы себе позволить более комфортную жизнь для большинства своих граждан. Но нет, так не происходит. Квартиры продаются вот в этом современном новом доме. Можно позвонить и узнать, сколько стоят они. Я уже сейчас этим не занимаюсь. Ну, а те, кому интересно, может легко это узнать. Смотрите, кто-то придумал. Классно. Какой затейник. Вот такая клумба здесь у них. Внизу это ванна приспособлена. Видите? Вот. А вверху это, по-моему, вот эти как раз тоже канализационные трубы. Просто покрашены ярко. В ванну поставлен ящик, видите? Посажены цветы. А здесь два таких вагончика. То есть ящики раскрашены под вагоны. Сделана у них тут такая дорога даже под ними железная. Рельсы. И... конечно же, красивые цветы. Очень красивые. Вот эти так вообще необычные какие-то, посмотрите. А еще интересно то, что у них, видите, здесь стоят вот эти вот бутылки. Это поливалочки такие надолго. Но похоже, что не очень поливаются. Вот последние вагоны. Что-то как-то не очень ухожены. Но все равно согласитесь, что задумка классная. Клумбы. Там вот лавочка рядом. Можно сесть и отдохнуть. А вот смотрите, здесь за кустиками опять расположился очень маленький приватный отель. Я сейчас сюда зайду немножко, видите, отель 4 звезды. Ну вот я тоже спросила тут местных жителей, которые гуляют мимо. Они сказали, что это тоже держит пара пенсионеров, этот малюсенький отель, вернее как... Это даже
Их был большой дом сначала, вот с большим садом, консерватори. Видите, какая территория. И они переоборудовали это все под отель четырехзвездочный. Ничего не могу сказать, что у них там внутри, друзья, потому что, ну, вы видели название, если желаете, погуглите сами. Я, честно говоря, не очень заинтересовалась. Ну, обычный дом. Если бы не вывеска и не понять, что это отель. Просто, как говорится, иду мимо. И решила вам, конечно же, зайти и показать кое-что здесь есть интересного. Вот это, кстати, по-моему, песочные часы. Хотя я не до конца уверена. Те из моих зрителей, кто знает немного больше об этом красивом старинном инструменте, пожалуйста, расскажите, напишите, мы тоже будем знать. Ну, а я иду дальше по одной из улиц Сандауна. Показываю вам разные цветы, какие-то здесь бывают необычные, какие-то бывают совсем обычные, как вот фуксия, например, здесь. Ну и еще я вам хотела показать давным-давно, и вот сейчас как раз есть такая возможность. Посмотрите, пальма стоит у нас через дорогу, и здесь, напротив, береза русская, береза. Вот это да, вот такой контраст. И встречается очень часто такая история. Пальма африканская и береза из российской глубинки. Ну, не удивительная ли страна? Это старушка Англия.